Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Наверное, многие любят сырники, ведь с детства их нам готовили наши любимые бабушки. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом сырников. Давайте приготовим их вместе! Итак, нам понадобятся разрыхлитель, ванильный сахар, куриное яйцо, манная крупа и творог. У меня сладкий творог. Если же ваш творог не сладкий, обязательно возьмите соль и сахар. В миску отправляю творог. Всыпаю манную крупу. Вливаю яйцо. Разрыхлитель и ванильный сахар. Если вы добавляете в сырники соль и сахар, то на этом моменте добавьте их в массу. Лопаточкой хорошо замешиваю массу. Также мешаю массу вручную. Так ваша масса будет эластичнее и все ингредиенты хорошо размешаются. Теперь берем в руки немного творожной массы и закатываем ее в шарик среднего размера. Все шарики скатаны. Теперь будем жарить сырники. В сковороду вливаю растительное масло. Ждем, пока масло нагреется. На нагретую сковороду выкладываем шарики. Немного придавливаем шарики лопаточкой, чтобы они приобрели плоскую форму. Обжариваем сырники на среднем огне с двух сторон. Первая партия сырников готова. Убираю их на тарелочку. Таким же образом обжариваю вторую партию сырников. Сырники готовы. Они получились румяными и нежными. Сырники просто тают во рту. Приготовьте их, я уверена, что вы не пожалеете. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк на видео и подпишитесь на канал, а также оставляйте свое мнение об этом блюде в комментариях, ведь это очень помогает продвижению данного ролика. Спасибо за просмотр, пока-пока!